Объявление 2024 года годом семьи стало логичным продолжением последовательной политики президента России по укреплению традиционных ценностей и поддержке семей с детьми. Так общественники Коми отреагировали на решение Владимира Путина. По их мнению, поддержка семьи, материнство и детство всегда были ключевыми направлениями социальной политики нашей страны. Именно в развитии наших семей, поддержке наших семей, предоставление им социальных гарантий заключается развитие всего нашего государства. Семья – это не только дело каждого из нас, это и общественная ответственность. Поэтому мы, как общественники, приложим все усилия, чтобы внести свой вклад в укрепление наших российских семей, чтобы они были сильными, здоровыми и счастливыми. Сегодня на федеральном и региональном уровне введен целый ряд мер социальной поддержки семей. Это выдача материнского капитала, ежемесячные выплаты на детей в возрасте до 17 лет, возрождение звания мать-героиня, организация бесплатного горячего питания для младшеклассников, а для молодых семей действует льготная ипотека, которая дает возможность улучшить свои жилищные условия при рождении ребенка. Очень отрадно, что как раз накануне объявления года семьи уже звучало на средствах массовой информации. Об этом в одном из своих выступлений говорил и глава нашей республики, о том, что надо решать жилищную проблему. Когда мы попросили наших женщин поставить приоритеты, их было очень много предложений, чтобы вы поставили на первое место. Вы знаете, на первое место они поставили решение жилищной проблемы. К слову, вопросы сохранения традиционных семейных ценностей поднимали на гражданском форуме, который прошел в Коми на прошлой неделе. Семья сохраняет все ценности, которые сегодня очень актуальны для современного общества. Это преемственность поколения, сохранение культуры, духовно-нравственное воспитание будущего поколения. Это наши будущие дети. Это в большей степени неравнодушные люди к проблемам всего общества. То есть семьи становятся активными участниками в целом гражданского общества. Поэтому мы очень приветствуем это решение. И площадка общественной палаты на гражданском форуме, которая прошла 16 ноября, она посвящалась тоже ценностям семьи, материнства и детства. Позицию президента России поддержали и представители медицинского сообщества региона. Если объявляет наше правительство о годе семьи, значит, семье будет уделено большее внимание. И, в общем-то, мы очень радуемся, что наши семьи, особенно молодые семьи, будут, ну, во-первых, занимать важное место в нашей жизни, что мы будем внимание обращать семьям, будем способствовать этому. Ну, и я надеюсь, что какая-то материальная помощь в этот год увеличится для тех, кто создал семью и будет иметь детей.